В Северском районе в самом разгаре уборочная кампания. 25 сентября Адам Джарим совершил рабочий объезд сельхозпредприятий. В станице Новодмитриевской глава района посетил сады предгорья. Общая площадь сада 477 гектар. Из них на 211 выращиваются яблоки сорта Семеренко, Флорина, Прикубанская, Голден. Также на 22 гектарах растут сливы сорта Кабардинга и Стейнлейн. Это обычное яблоко сорта Прикубанская. Средний экземпляр 180 грамм, но вот встречаются экземпляры вот такого плана, около 600-700 грамм, это сорт Флорина. Генеральный директор Написат Курбанова все свои знания, силы и душу вложила в предприятие. Как итог, сейчас можно увидеть прекрасные ухоженные сады, дружный коллектив и хороший урожай плодов. Для увеличения производственных мощностей построено фруктохранилище для 1700 тонн готовой продукции. Планируется довести общий объем холодильников до 5000 тонн и установить сортировочную линию. Мы здесь перебираем яблоко, сортируем его по сортам, на первые, вторые, третьи сорта и также по калибру. Пока мы вручную перебираем, ну, надеемся, что у нас будет скоро линия стоять, будут легче и качественнее будут эти яблоки. На сегодняшний день валовый сбор яблок и слив от молодых садов составил более 1000 тонн. Сбор плодов в хозяйстве продолжается. В ходе рабочей поездки глава района посетил агрофирму «Кубань». Сельскохозяйственные угодья расположены во Львовском и Михайловском сельских поселениях и занимают площадь более 10 тысяч гектар. В 2019 году в селе Михайловском построен зерносушильный комплекс для первичной очистки и сушки семян. Адам Джарим проверил ход уборочной кампании агрофирмы. Валовый сбор озимых зерновых на предприятии в этом году составил 27 тысяч тонн при урожайности 67 центнеров с гектара, а кукурузы – 1500 тонн при урожайности 59,5 центнеров с гектара. На сегодняшний день на предприятии ведется уборка риса – белого золота Кубани. Это сорт фаворит, урожайность под 70 центнеров. Угу. Вот. Ну, год использования здесь получается второй у нас. Значит, убрано у нас пол площади, уже это 1450 гектар. Вот. Виды на урожай хорошие у нас. Ну, несмотря на то, что. Ну, у нас... наверное, такого года давно не было, да? Вот видишь, ни грязи, ни всего. Да, да, да. По уборке тем более очень хорошо. Чеки мокрые, а на колесах идут хорошо. Да, отлично. Ежегодно в нашем районе отмечался день урожая. В связи с ограничительными мероприятиями формат праздника изменится. Все равно мы как-то это отметим, поблагодарим людей. Очень хорошо, когда все так слаженно работает. С 2013 года Северский район занимает призовые места по урожайности колосовых в южно-предгорной зоне Краснодарского края. Уборочная кампания 2020 года еще продолжается. По ее окончании будут подведены итоги и названы районы-победители.